включить в работу всех? Как включить работу всех? Друзья, здесь такое правило. Четкая структура, то есть ребята понимают, зачем они это делают, что они это делают и как они это делают. Четкая структура, определенные правила они соблюдают, посильное задание и разнообразные станции, потому что если на каждой станции будет лежать учебник и рабочая тетрадь, ну, это становится неинтересно, это вообще неинтересно. Для этого даже не обязательно бегать от одной станции к другой, это можно, подперев голову, сделать и сидя за своей партой. То есть задания должны нести какой-то вызов.